Новогодние праздники начинаются только в последний день декабря, а весь остальной месяц серый и скучный. Надо было как-то оживить, и мы придумали, как это сделать. Построили и открыли новый флагманский салон в самом центре Москвы, на пересечении Нового Арбата и Садового кольца, Новинский бульвар, дом 12. В основном зале гости салона смогут увидеть большую экспозицию компонентов и акустических систем, проигрывателей винила и, собственно, пластинок, а также профессионального звукового и светового оборудования. Ну и, конечно, портативную технику и много наушников. Все перечисленное можно не только посмотреть и пощупать, но и хорошенько послушать. Для этого создан отдельный зал с отличной акустической обработкой и правильным домашним кинотеатром на базе инсталляционной акустики и проектора с большим экраном. Там же во всех нюансах можно оценить звук и любой другой техники. Рекомендуем заранее записываться на прослушивание, чтобы не пришлось ждать, пока нужную вам аппаратуру подготовят к прослушиванию. А вот наушники можно слушать сразу и в любое удобное вам время. Наконец, на специальной мансарде представлены компоненты старших серий и несколько высококлассных систем для аудиогурманов. Открытие нового флагманского салона Pult.ru растянулось аж на 3 дня, потому что событий было много. 2 дня подряд мы встречали наших постоянных покупателей, зрителей YouTube-канала и вообще всех желающих, кто откликнулся на приглашение и разделил с нами радость момента. Для гостей мы подготовили мастер-классы, шампанское и закуски, много самой разной музыки, в том числе выступления диджеев, а также конкурсы с интересными призами. Отличное настроение и атмосфера праздника сгенерировались уже автоматически. Но это не все. Салон Pult.ru на Новинском 12 стал самым звездным местом в Москве на тот момент, потому что оценить новую локацию приехали. В общем, смотрите. Гости с интересом осматривали экспозицию магазина и кинозал, причем послушать отличный звук и посмотреть фрагменты кино в высококлассном домашнем кинотеатре никто из них не отказался, несмотря даже на их плотный график. В процессе знакомства с новым салоном некоторые звезды высказывали свои мысли. Когда приходит там гость или приезжает сын, уже с женой, да, я, естественно, там смотрим домашний кинотеатр. Это для меня очень важно, что у меня дома находится. И это имеет значение, это как раз качество колонок заключается, когда не громко, но все очень четко. Хороший у меня очень звук, потому что он должен быть. Желательно, чтобы он был хороший дома. Всем желаю этого тоже. Охотно делились впечатлениями. И приятно, что здесь люди, ну магазины же разные, да? Я, например, не думаю, что в магазине одежды все фанаты одежды, да? А здесь все-таки работают люди, которые интересуются звуком. И это такой очень специфический бизнес, где любят то, что делают. Кстати, с удовольствием посмотрел бы этот фильм в домашнем кинотеатре, вот Pult.ru. Это, кстати, очень хорошая идея. И даже нашли время дать полезные советы для зрителей нашего канала. Прежде всего, создать акустику в помещении нужную, а потом уже подбирать ту или иную саунд-систему, допустим, из вашего прекрасного магазина. А поскольку праздник был посвящен открытию не бара и не выставки, а магазина Pult.ru, то, конечно же, каждый гость обзавелся полезной для него аппаратурой, потому что было бы странно прийти в такое место и ничего не присмотреть. Спасибо всем, кто разделил с нами радость открытия, а также всем тем, кто не смог, но смотрит сейчас это видео. Новый флагманский салон Pult.ru теперь работает в обычном режиме, то есть открыт с 10 утра до 9 вечера ежедневно. Кстати, пышное открытие нового салона Pult.ru в центре Москвы чуть не затмило радость аудиофилов славного города Воронеж, ведь там тоже на днях открылся новый салон Pult.ru.